Рижский орден Ленина Государственный электротехнический завод ВЭФ имени Ленина выпускает ежегодно более 1 000 000 транзисторных приемников. Коллектив завода, стремясь обеспечить более высокое качество продукции, создал специальный отдел надежности. Здесь инженеры постоянно совершенствуют конструкцию приемников, добиваясь максимальной прочности каждой детали. Созданы оригинальные стенды для испытания всех узлов. Так экзаменуют переключатели диапазонов, антенны. Цикл за циклом, сотни и тысячи таких циклов. Данные испытания обрабатываются в вычислительном центре завода. Рекомендации, полученные при помощи компьютеров, помогают совершенствовать и конструкцию приемников, и методы их испытаний. Обычно работающие приемники испытывались по несколько часов на движущемся конвейере. Исследования показали, что такую обкатку можно заменить краткосрочными испытаниями на вибростендах. 2-минутная встряска оказалась равносильной 300-часовой эксплуатации приемника в нормальных условиях. Дважды подвергается вибрации радиоаппаратура. На сборочном и на выпускном конвейерах. С внедрением нового метода повысилось качество и надежность продукции, а предприятие уже сэкономило десятки тысяч рублей.